Правительство утвердило перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка. В их числе несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 миллиардов рублей. Бизнес может рассчитывать на государственные субсидии при создании инфраструктуры, необходимой для открытия новых производств на северных территориях. Помощь будет предоставлена на создание горно-металлургического комбината и морского терминала по перевалке минеральных удобрений в Мурманской области. Кроме того, государственную поддержку получат проекты строительства горнодобывающего предприятия на архипелаге «Новая земля» и каменно-угольном месторождении на Таймыре. А также будут выделены средства на модернизацию порта Витина и Беломорской нефтебазы.